Лия разбирает чемодан. Да? Смотрите, какой кавардак уже здесь навела. Было все убрано и чисто, а теперь вот так. Лия сидела у нас тут, играла с папой. Я в это время монтировала видео. Смонтировала влог. Мы со вчерашнего дня дома. Приехали вчера в 4 часа вечера. Попали в очень сильные пробки на севере уже Израиля. В Тель-Авиве, возле Тель-Авива. Давай, дашь маме? Люша что-то у нас капризничает, непонятно почему. Кушала на утро сегодня Люша очень странную еду у нас. Яйцо и этот... брокколи. Да что? Что? Добрались мы, в общем, вчера нормально. Я вела из Эйлата 1 час 40 минут. Вела машину. Потом по пустыне вел Ашер. И потом 2 часа оставшихся я вела еще с Тель-Авива где-то. Под Тель-Авивом. Параллельно дорога от Тель-Авива, короче говоря. Я не очень соображаю, где мы именно были. Попали в жуткую пробку. Прекрасный опыт для меня лично поработать также в пробке. Посмотреть, как ведет себя машина, посмотреть, как ведут себя остальные израильтяне за... Правильно, папа? Папа? Вчера мы, значит, приземлились в 4 часа дома здесь, искупались с Люшенькой, и Ашер тоже помылся. Я Люшу пыталась накормить, у нас очень большая сейчас проблема с питанием опять появилась у Люшеньки. И потом через пару часов мы пошли уже на ужин к родителям, вчера были все. Огромное количество людей, вся семья в сборе была, Лугаси, мы кушали вкусно, обожрались до отвала. Приехали поздно домой, легли, сразу вырубились, были очень уставшими и без ужина, и до ужина были дико уставшими с Ашером. Сейчас уже у нас 1:30 времени, нас ждут на ланч родители, мы приглашены на ланч, опять будет вся семья. Нам нужно обязательно с Ашером купить продукты, потому что у нас дома вообще шаром покати, и поэтому даже мне не с чего приготовить ребеночку супчик, и нас кормить тоже нечего. Вчера мы приехали в 4 часа, Ашер открыл себе банку кукурузы сладкой, я открыла себе банку острой фасоли, острых красных бобов. И этим мы и закинулись. Я уже успела сделать стирку, развешала там на балконе, не видите вы. Стирки очень много накопилось. Оставалась еще какая-то часть еще до Эйлата. Перед нашим отъездом что-то было в корзине. Плюс мы сейчас несколько пакетов привалили с Эйлата, так что очень много мне сейчас стирать, потом гладить нужно будет. У Ли очень красивая прическа. Лия, покажи. Папа. Скажи, черепаха. Пи-папа. Пи-папа. Лия, скажи, Сафта. Папа. Сафта. Вреднулечка маленькая. С характером такая девочка. Илюша очень похож на папу, когда ее волосы вот так убираешь. Забрасываешь все волосы вверх, она прям папочка. Ашер, Ашер маленький. Зубов у Лии там растет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, красивые какие у Лии. Зубы там. Ай. Мама. 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 Илюшины тапочки. Поехали, в общем, уже без 10:02. А нам сказали быть 1:30. Не знаю. Вчера мы, кстати, рано приехали. Мы приехали в 7 с лишним. И приехали самые первые. Еще где-то час ждали, пока весь народ подойдет. Очень пасмурно сегодня. Но мне нравится. Как будто бы зима, но дико жарко. Сказать вам, сколько градусов сейчас? 31 градус. Но очень жарко, особенно в машине. Это да. Лишвили азикарон. Шатта наша, лорна тактула. Нахашилану. А Вив смотрит наши фильмы. Ничего не понимает, но смотрит. Лоле, махшеве. Нахон, лорна майорсу. Мишка, кушай. Секс. У нас безумный кавардак дома. Все еще не разобрали чемоданы. Здесь нам положили картошку от сегодня, я вижу, бананы. Нам положили много очень фруктов. В этом пакете у нас пироги сладкие. Вау, шоколадный я вижу и, по-моему, медовый.
Ладно, будем разбираться потом, потому что меня в машине ждут мои. Мы приехали в Ганшмоль. Ашер злится на меня. Ашер кое не знаю за что. Ай, баба. Ну, мы кое-что здесь. Все стопло. Волос? Очень. Варен волос. Почти все. Люша спит. Эй, за ёфа. Шева. Леша, не. Давай, да. Пой, спиди. Люшу разбудили, Люша поплакала чуть-чуть, потолкалась ножками. Папа плакал. You love the car? Which one? Talk. Which one? We have three cars. Lock one of them. У Люши на ножке есть вава, поэтому мы ей одели носочки. И она теперь настоящая русская девочка. В сандальчиках и в носочках. На улице солнца уже нет, но знаете, жарко, как в парилке. Вот прям как сауна ощущается воздух. Мы идем в наш супер Ганшмуль. Папа Люшу утешил пандой. Сейчас он придет. Смотрите, какие здесь тортики. О-о-о. Красиво выглядит. Совершенно случайно меня занесло в этот отдел. Вообще мы набирали вот мороженых овощей. Вот их тут сколько. Здесь такие классные есть смеси. Еще мы взяли замороженный фарш говяжий, 2 пакета и 2 пакета замороженной грудки куриной. Мы забыли наши пластиковые тарелки в Циммере в Элате, они были классные, мы купили сейчас сразу новые. На случай, если вдруг куда-то соберемся резко. Стаканы, тарелочки, глубокие тарелочки, это все пластик, ложечки. Не упадили. Смотрите, сколько фруктов нам передали родители. Я хочу сейчас Люшеньке дать покушать. Уже поздно у нас. Здесь у нас говядина. Здесь у нас овощной салат и рис. Sorry,